Всем привет, мы продолжаем наконец-то это прохождение снова Legendary. Пока тут мы не снимали, я один раз сдох в Floating Shards, пытаясь добраться до сундука, до какого-то. Нафига туда поехал? Нам туда не надо. А, ты вагонетку отправил, да? Ну ладно, то есть сегодня мы пойдем в Pain Water, и у меня есть сюрпризик. Стри. А. То, что ты в тот раз так сильно хотел. Ты потихоньку будешь ее есть, да? Да. Без парева, да? Да. Ох, какая вкусная курица. Да съешь ты давай, не надо время тянуть. А, кстати... А, мне-то нафига, ешь. Кстати, вот этот домик на втором перекрестке, ну, его я еще построил после того, как мы снимали последнюю часть. Вот такой вот домик. Мне надо чем-нибудь еще покушать. Да зачем? Ты все равно уже, ты скоро сдохнешь. Я тоже скоро сдохну. Ты броню все сними, а то не хочется ее просто так терять. Сейчас место что-то. Он туда, да, кинь куда-нибудь. Ну чё, пошли? Да, пойдем. Может, кровать с собой возьмем? А, да, кстати, надо кровать взять. Где тут есть кровать свободная? Вот есть, вот ей. Все, да. Пошли. Пошли. Ой, как раз сейчас ночь. Ладно, давай без зикеров сегодня нормально. Да. А ты, нифига без зихера, тут зомбак мне на бошку свалился. Ну это зихериджи зомбак. Вы когда-нибудь играли в Teenage Mutant Ninja Turtles на Nintendo? Оригинал. А вниз? А? А? Там вниз? Подожди, я читаю знаки. Вы помните уровень с дамбой и водорослями? Да, я сволочь. Так, ломаем тут паутинку. Если вы сломаете туннели или будущий патч как-нибудь испортит это место, есть другой способ достать то, что вам нужно. В моих тестах я могу проплыть это и получить совсем немного урона. Если вы не получите его вообще, вы крутой. Да, кстати, если вы их еще не знаете, это самое замечательное время выучить механику блоков в Майнкрафте. В отличие от меня, Вики ваш друг и поможет вам. Вот так вот. Нам вниз, да? Нам вот сюда. Кровать. Так, меч. У меня был меч. Ну что ж, я его просру. Да. Ну что, поплыли? Да. Аккуратно надо тут. Тут будет поток. Уже. Я совсем нечаянно коснулся. Как ты, интересно, сделал? Это редактор все. Он читер же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фуф, я чуть не сдох. А, я нифига не вижу! Я от третьего лица сделал вид. Фуф. У меня пол хп осталось, я лечусь. Окей. Пол хп. Почти. Да. Куда меня несёт? Там поток, аккуратно. А куда тут дальше? Сейчас впрямо, потом влево, потом вправо, там куда-то. Ай. А как вздохнуть тут? В лаве? Вот тут есть это, тут есть фигня, в которой можно подышать. Плохо панирует. У меня... Сколько его? 3.5, 4. Блин, я туда поплыл. Я в лаве в одном месте вздохну. Ай, блин, я сейчас вздохнусь. О, фу. 2 хп, сейчас надо тут просто на одном месте поплавать и порегениться. Как тут этот, как его? Я дошел до чекпоинта, ура. Как тут дышать? Там есть одно место, где можно заплыть и вздохнуть. Ну, в крайнем случае, можно окунуть голову в лаву и тем самым пополнить воздух. А после крови что делать? Че? Я на гравии стою. А, ты знаешь, что ты не туда пошел? Зашибись.
Ты же сказал прямо налево. Ну, там прямо, там потом поворот налево и прямо. Надо прямо идти, и там будет вверх подъем. Смотри, я сейчас в том месте, где только начало, да? Да. Вот я его проплываю. Нет, не проплываю, фак. Да. Меня засасывает прям куда-то там. Я знаю. Блин, у меня сейчас одно хп еще до регенится, и я поплыву дальше. Я надеюсь, я смогу доплыть. У меня какие-то лаги пошли. Ну ладно, мы с ними справимся, детка. Так, я вот плыву вниз, да? Угу. Тут вот два поворотика какие-то. А, вот в одном месте подышать, да? А, так. Уф, я проплыл. Так, вот я подышал, и куда? Прямо надо дальше плыть? Там поворот налево есть. Ай, если налево... А, там в самом начале, да? Где ты... Да-да-да, ты вниз спустился, влево, да, влево. Ох, вот влево, и будет. Поворот налево, а там гравий. А вот туда уже не надо налево поворачивать. Там уже плывешь прямо. Да, пьем. Да. Беги, прикинь, я доплыл до шерсти. А? Я доплыл до шерсти, прикинь. Да, я доплыл, попробую. Нет, не надо тебе доплывать. Короче, в сундуке найди... Весь... Попыточка, ладно? Ладно. Просто потом, короче, возьмешь дофига блоков, которые можно строить прям по-реальному. Ну, чтобы ко мне мостик простроить, и поскидываешь сюда строить гравий. Строить так, чтобы падали или нет? Да. Нет, вначале ты простроишь к этим координатам, и на этих координатах уже станешь гравием вниз кидать. Сейчас, я ищу джигу. Угу. Так, вот. Это лава. Я тебя люблю, лава. А я думал, что это не лава. Yeah! Ладно, короче, координаты 547 минус 135. Возьми блоки из сундуков. Опять в дом, да, надо? Да, те, которые не падают. Много. И вот к этим координатам прострой. Я понял, не пойдет, да? А? Дерево вряд ли. Вряд ли. Ты возьми какой-нибудь песчаник или там еще что-нибудь. Короче, что-нибудь, что не горит и что не падает. Да, гравий брать? Да, и гравий бери. Именно в эту точку скинь гравий, пока он с самого верха не будет торчать. Именно вот 135? Именно 547 минус 135. О, я вижу, он прям куда надо приземляется. Вот, так, чтобы он вылезал из лавы. Он вылезает из лавы и прямо до меня доходит, я на нем могу постоять. А, ну так не надо. И, короче, и блоки, 4 блока, которые вокруг него. Обычные? Нет, тоже, чтобы до самого низу. Да, все правильно. Чтоб вылезал совсем или немножко? Ну, хоть сколько, чтобы потом можно было сломать в серединке и... И лава не... Ты постал, что сейчас было? Чё я было? Я чуть в лаву. Не бултых. Ну, вроде все. Все упирает. Все вот эти, все 5 блоков, да, на поверхности уже. Подожди, какие 5? Ну, кто, который в середине и 4 по краям. Теперь ты встань в серединный и копай вниз. Точно? Да. Я хочу жить. Ты выживешь. Самое главное, чтобы ты, что ты в стороне вообще не копай. Ни в коем случае. Надеюсь, так пойдет. Ой, блин, стой, подожди. Страшно падать. Да ладно, ты выживешь. О, видишь, тут шерсть. О, все берем? Нет, дурак, что ли. Сколько? Не знаю сколько, но мы не сможем вдвоем отсюда выбраться. В смысле? А как мы на одном блоке будем прыгать? А, точно, это же гравий, я его внизу сломаю, и все, да? Да, поэтому так, давай. Полезь. Вот так вот. Ты? Давай я. Надеюсь, там мобы не появились. Нет, вроде. Я две штучки всего взял этого, голубой шерсти. Тут скелет! Офигеть! Прямо... На дорожке такая куча мобов, ты не представляешь.
Так что тебе придется сдохнуть. Где-нибудь в лаву прыгни и пройди и свети все. А ты что, умер? Нет, я стою прямо на гравии, который ты ломаешь. Прям вот на этом же блоке? Да. И ты что, вниз падаешь? Да. Ты реально, ты сдохни сейчас. Возьми из сундука факела и освети всю эту дорожку. Иначе я не смогу пройти. Там такая толпа. Смотри, я вместе с гравием. Так. Давай, мне весь гравий. Ура! Счетчик, жди меня. Да. Ой, я с собой один гравий забрал. Какая-то трагедия. Трагедия будет, если ты сейчас там замурую. Не надо. Мобы. Как их много! Нет, один нет. Крипер стоит. Ну там, вот, когда там я смотрел, там было несколько скелетов и несколько зомбаков и крипер. Здесь одна проблема, только не смотри ему в глаза, ладно? А, там это маленчик. А все, тут никого нет уже, да? А, погодь, сейчас я его толкну, если у меня не толкну. Тут не, тоже нет, там есть. Там крипер. Крипер к тебе полетел. Я его скинул в лаву. Спасибо. Сколько взял? Одно. Одно. Нам хватит? Да, нам для момента всего одна нужна. Ну если что, потом, когда мы не будем снимать, я остальные оттуда заберу. Только этот моментик вырежешь, когда ты это сказал? Почему? Почему? Или ты без креатива туда так полетишь? Как очень креатив, дурак, что ли? Я вообще ничего такого не делаю. Все по-честному. Говорящие криперы. Почему говорящие? О, зомбак зачарован. Это круто. Не знаю почему. Просто так. Из него выпали косточки. Крипер хочет... Из зомбака выпали косточки? Ой, не из зомбака, а из скелета.